Кто-нибудь знает, замечает, я на мамина девичья фамилия Мачадо. Это португальская фамилия, очень люблю. Кто-нибудь знает португальского поэта Фернандо Песоа? Да. Вот. А у него есть совершенно гениальные такие стихи. Сходу могу ли я перевести на русский? Ну попробую. Пускай белый стих, мне не важно. Tudo as gatas de amor são ridículas. Não seriam gatas de amor se não seriam ridículas. Amor, sim, amor, tem de ser ridícula. Eu também, meu tempo, escrevi as gatas de amor como as outras. Ridículas. Mas, afinal, suas criaturas que nunca escreveram gatas de amor, as que são ridículas. Все любовные письма дурацкие. Не были бы любовными письмами, не были бы дурацкими. Я тоже в свое время писал любовные письма, как остальные, дурацкие. Если это любовь, она ж должна быть дурацкая. Но, в конце концов, только те несчастные существа, которые никогда не писали любовных писем, на самом деле дурацкие. Хочу одно свое читать. Это моя Надежда Семеновна меня просила всегда, вот, когда буду выступать, теперь, читать хоть одну что-то свою. И это на русском, поэтому перевод есть, но не нужен. Это тоже как бы мировая премьера, хотя мне... Если не считать Болдина, а там я очень волновался и косил вообще болдинский самогон. Ты неправильно все это прочел. Ты моя лилия, царственно нежная, богиня Боттичелли моя с планшеткой, душа души моей, север путей моих. Примешь неуклюжий ураган умиления с первого взгляда до последнего вздоха, святую стихийную преданность тебе, одной тебе. Любовь устарела, по правде сказать. Прям как фрак бакенбарды и цилиндр поспешный, наш век потребитель уасапов и твиттера. Глупо и страшно, старомодный ныне признание, грез бессонное томление, бред прелестный, радость чувственных напастей мешают расписанию суетного одиночества. Остепенись, остановись. Так веш наш, так век наш трезво мудрствует. Будь клёвым, кул, слегка спесивым. Щеголяй валяжно, да чурайся правды. Так время горько всем нам завещает, как бы не ёкало сердце, как тайфун в груди. Хотя бы частично, не цинично, даже вежливо, хотя бы чуть-чуть возьми себя в руки, спокойно. Спокойненько втрескайся. Ну, хоть чуть-чуть, ради приличия, хоть раздваиваться можно. Сомневаться где-то, придираться где-то, придумывать занятость, выждать и отмерить, 7 раз хоть проверить, гуглить хотя бы. Неделями не писать, рассчитывать, взвешивать, выгоду черпать, прежде чем даже лайкать. Играть, горцевать, как гусар, круг да около явной правды, хотя бы пытаться кокетничать с молнией. 7 нек, 1 ответ. Твое счастье мне новый завет. Сразу вспышкой навсегда живу, чтоб тебя любить и восславлять. Я родился для этого, с этим умру. Светлый компас тоски моей, милый север путей моих. Как в храме, святой юродивый,
ослепленный туманом кадильно-колебельным, хромает к светлой иконке, блистая в свечном созвездии, сам не понимая слов значений страстных молитв, молится в блаженной дурости, в уязвимости святой. Так в тебя просто верую, как в этом море ночном, вдоль которого праздно хожу, навстреч мне бушующим к пляже волнам, пальцы блаженно макнув, как шампанское в пучину. Где-то лосось, тоже дикий, всю жизнь прожив в струях и течениях, вдруг лелея родных ручейков память, из пустыни всемирной, безмерной, безбрежной воды верно избирает робкую речку одну, быструю, горную, тихую, чистую, из семи морей притока, вдруг, узнав ту самую речку, без которой нет его, источник таинственный всей его жизни, радостно вверх по камням, водопадам, против потока плывя, прыгает, жизнь отдаст, чтоб плодиться и умереть. Так, богиня Боттичелли моя с планшеткой, компас тоски моей, север путей моих, лилия ты моя царственно нежная, душа души моей, мечта мечты. Дикий такой же, и я к тебе тянусь, так же блаженно и весь вознесен певучим узнаванием родного. Так, вот после этого теперь мы можем читать сожженное письмо. Прощай, письмо любви, прощай. Она велела. Как долго медлил я, как долго не хотела рука предать огню все радости мои. Но полный час настал, гори, письмо любви. Готов я, ничему душа моя не внемлет. Уж пламя жадное листы твои приемлет. Минуту вспыхнули, пылают. Легкий дым, виясь, теряется с молением моим. Уж перстно верного, утратив впечатление, растопленный сургуч кипит. О, провидение, свершилось. Темные свернулись листы, на легком пепле их заветные черты белеют. Грудь моя стеснилась. Пепел милый, отрада бедная в судьбе моей унылой, останься век со мной на горестной груди. Farewell, letter of love. Farewell, it was her order. How long I have delayed, how long my poor hand dawdled, refused to drag my joys to flame. Enough, the time has come. Burn up, letter of love, I'm ready. Not a thing now is my soul perceiving. The greedy flame will soon your pages be receiving. 1 minute. Sparks fly up, it's blazing. Light smoke flares and winds itself around, gets lost with all my prayers. A faithful seal, the former evidence, the melted wax boils up. Oh, providence, it's over. Pages dark and curl and crest in ashes light, now twirling their last traces blessed, they whiten. How my breast is tightened. Dearest ashes, poor joy and comfort of my fate's bleak, hopeless passions, remain forever with me on my grieving breast. Большие споры. Это касается Воронцовой или это как бы подражание есть, кажется, Клено Маро, у него есть, да, Маро есть тоже, La lettre brûlée, но совсем другая, но с Пушкиным всегда, вот сколько бы мы ни изучали, а вообще иногда по дням, даже по часам,
пушкинисты разобрали. Это же не как Шекспир, где мы даже не уверены, был ли именно Уильям Шекспир. Или это вообще кто-нибудь другой, псевдоним. Тут знаем как бы все, и все равно ничего. Это бездонное, таинственное могущество. Ну, не знаю, теперь давайте все-таки и вернемся, поскольку мы говорим о молитвах, да, вот, и письмо Татьяны, ну, это, в принципе, как и говорит Валентин Семенович, верно говорит, это же религиозно, это вообще молитва. Мне кажется, во всей любви есть что-то такое. Мы верим в человека, может быть, даже не таким, какой он есть, а каким он мог бы быть. И вот даже видим этого родного человека лучше, чем тот человек может сам видеть. И это акт веры, оно действительно честно очень связано тогда с верой, с религией, мне кажется. И недаром поэзия и религия не так между собой связаны. Поэтому мне бы хотелось прочесть одно из моих тоже любимых стихотворений, посвятить этому моему духовнику. Это отец Тихон Шевкунов. А мне посчастливилось, я перевел его книгу «Не святые, святые». А и другие рассказы, может, кто-нибудь из вас читали. Это очень хорошая книга. У нас один духовник с... О, да? Не знал я. Боже. Ладно. Ничего. Это хорошо. Отцы пустынники, жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочной. Чтобы укреплять его среди дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомой силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, либо началие змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне снить мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Our hermit fathers and our nuns, blessed and blameless, to let their hearts fly up into the heavens nameless, to keep their spirits strong in storms of wind and war, composed a multitude of sacred hymns and lore. But there's not one of them which gives me so much comfort as one prayer our priest repeats and utters upon the melancholy days of Lent and fast. Unbidden, more than other prayers does it pass my lips, bracing my fallen soul hidden strength mysterious. Lord of my days, keep me from sloth that hides in bleakness, from pride, greed, arrogance, and serpents therein hid. Let not my tongue in idle gossip slip, but Lord, show me my own faults and transgressions, and may my brother never hear my condemnations. May I for grace, patience, and love forever strive, and wisdom's innocence within my heart revive. Окей. И еще одно стихотворение, и тогда...